Приятные новости для тех, кто соскучился по большому футболу уже сегодня. Сборная России встретится с командой Турции. Для нас это первая игра после домашнего чемпионата. Матч пройдет в рамках Лиги наций. Это новый турнир УЕФА, в котором принимают участие все 55 европейских сборных. У команд появился еще один шанс получить путевку на чемпионат Европы. Кроме того, выступление в Лиге наций влияет на рейтинг, который важен при жеребьевке на том же мировом первенстве. Сегодняшний матч пройдет в турецком Трабзоне. Наши футболисты проводят заключительные тренировки. Ну, мы в процессе, ну, в конце концов, уже несколько дней прошло, понятно, первый день, ну, такой сумбурный был, сейчас уже потихонечку осваиваются, и вот эти тревки, что мы провели вчера и сегодня, уже так основательно готовимся, и состояние чуть-чуть улучшается, потому что все были после игр у себя в команде, наблюдаем, кто будет лучше готов, тот и будет. Итак, матч Россия-Турция сегодня в прямом эфире покажет Первый канал. Начало трансляции в 21:30.